На мой взгляд, в любой ссоре можно добиться перемирия. И в любой ссоре можно выйти без потерь. Да? Сейчас эти потери уже состоялись. Понятно, что быстро все это не закончится. Но перемирие не только возможно, оно необходимо. Это единственный путь для разрешения данного конфликта, на мой взгляд. И если эта война дальше так будет продолжаться, ну, здесь нет перспективы.